26-м мире. Зубайру Ибрагимов, 19-й Магомед Курбангаджиев, 22-й Омар Магомедов, 14-й Эльдар Наджаф. Итак, посмотрим. 6-е место, да, все верно. И вот эпизод, посмотрите какой он еще не завершен. И да, приходится выносить. Остается с мячом Редуха. Разаханов подставляется корпусом уже дальше. Остается также с мячом Редуха. Удар и прямо в руки отправляется этот мяч. Шахмирзоев решил пробить ближний угол. И счет открыт, друзья. Вот так вот все просто. Итак, стандарт. Наджафов бьет и, по-моему, штанга здесь спасает. Да, будет аут. Курбан Исмаилов направо. Здесь хорошая передача. Вот и гол состоялся. Что? Нет, не состоялся, друзья. Но зато у них есть шанс попасть в первую тройку. И, конечно же, побороться за лучшего бомбардира. И что делает Нурахмедов? Вот так уверенно. Можно пробить уже Курбан Исмаилов. Ну да, ударил так неожиданно, внешний. И вот теперь 3 в 1. 3 в 1. Сулейманов, штанга. И будет аут. Не отдал. Пожарный мяч Редуха. Рамазанов. Арсен Рамазанов. Сам пошел. Рамазанов пробил. А вот и добить можно. И что, был ли гол там? Нет. Не был. Я думаю, для первого тайма устраивает. А может 3-0 случится. Да, и Муслим Абдурахманов за свою новую команду. А забивает он уже третий мяч для Редухи. Центра поля. Версус разыгрывает. Арсен Мамаев отправляет. Здесь атака. И посмотрите, какой курьезный гол получается. В исполнении Версуса после розыгрыша из-за боковой за Урсу. В Редухе тоже немало атак во втором тайме уже получается. Здесь передача на Амаева. Амаев отправляет мяч в сетку ворот. Ничего себе! Вот так вот, друзья, и такое бывает. Здесь Гамидов, по-моему, не хотел рисковать, не стал трогать мяч. Совершить его Версус. Разаханов. Курбан Исмаилов. С левой ноги пробил и отправляет мяч в сетку ворот. Неожиданно для голкипера Версуса. 4-2. Замер Нурахмедов. Курбан Исмаилов. Отправляется сам вперед. Вот здесь Нурахмедов. Можно бить. Штанга спасает. Вот так вот будет мяч разыгран от ворот. Да, не... Нурахмедов. Отличный удар. Здесь и Рахматуллаев так кулаком перевел мяч за лицевую линию. Угловой. Угловой. Например, Саута первый гол забивал Версус. Передача дошла, вот и Нурахмедов, ну да, понимал Разаханов, что нужно забивать Вагифу Нурахмедову, не стал бить сам, отдал именно. Подставляется Разаханов, попадает ему по ногам, но решил он продолжить эту атаку. Разаханов, Азим бежит к угловому флажку, и что, будет время тянуть? Нет, пока рано. А вот Разаханов, ну что за проход, и Рамазанов Арсен